Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Снимая свой сюжет из Пермского края, Ильинский район. У нас вылуп позавчера был и вчера. Сегодня уже будем убирать яички, ну, скорлупу и оставшиеся яйца, которые не раскрылись. Закладывали 93 яйца. Порода кучинская, юбилейная. Получается 23 яйца с одного места и 70 яиц с другого. Вот это 17 штучек. Вылупилось 20, где было 23 яйца, вылупилось 20 пенцов. Но трое упали там вниз, и мы их перепутали. В общем, не стали их подсаживать. То есть эти точно вот 17 штук с другого места. А там уже... А это вот 70, которых брали. Тоже не знаю, сколько вылупилось. У нас пока не удалось их посчитать. Вот. Сколько-то не вылупилось. Такие вот у нас кучинские юбилейные цыплята. Красавцы полосатенькие. Ну, покупал я их в частных подворьях. Так что будем надеяться на порядочность продавцов. Ну так вроде похоже. Вот. Козлик наш, Валентинчик. Занинский. Почти чистый. Чуть-чуть нубийский. 87,5% занинский и 12,5% нубийц. Можно сказать, насколько. Это наша Снежа. Козя-мазя. Козя-снежа. Купили ее годовалую. Годовалую козочку. Тоже напополам. Занинка с обычной. Гусыня у нас стала яички вышивать. Вот она у нас. И сделали гусятам вот такой вот продол. Здесь у нас 11 гусят. Их придется, скорее всего, держать отдельно, так же, как и тех, потому что они их не приняли, а сразу же стали высиживать свои яйца. Вот так вот. И здесь у нас немножко яичек гусиных есть. 11 штук, по-моему. Вот. Думаем, что подложить также гусыни. Они начнут вылупляться. И они их уже сразу же примут к себе. И чуть-чуть перепелиных яичек. Перепелиные яички. Какое-то пластмассовое, прямо прилипает ужасно быстро. От животных надо понять. Это перепелиные яички, 100 штук покупали. Мясную породу я уже точно не помню, как потом посмотрю, у меня записано, скажу. Это мраморное, что ли? Вот. Ну, ладно, до новых встреч. Пока.